Эффект пульсара на чечевице. Вот здесь немножко небольшой участок, где опрыскиватель не работал. Есть явный явно видно, что пульсар присаживает чечевицу. Вот здесь вот получается чечевица, обработанная пульсаром. Здесь она не обработанная. И вот как раз полоса. Конечно, там плавный переход, но здесь растение, если их сорвать. И здесь. То есть вот такой вот стресс дает у нас пульсар. То есть, конечно, чечевица отойдет, но все равно это нужно понимать при выборе гербицида. Это у нас пульсар, у нас прижженные некоторые листочки, и там, где его не было. Здесь у нас был пивот. Так, и вот пивот. Немножечко макушечки пожелтели. Так. Или мне кажется, да, все же немного пожелтели. Но в целом растение такое же, как и, можно сказать, на контроле. То есть на участке, которые не обработаны у нас. По высоте и по развитию. Но немножко желтизна макушек есть. Ну и верхние листочки чуть-чуть поменьше.